Я поздравляю всех присутствующих с Днем поэзии. Весна уверенно идет по Европе, и грех не вспомнить хотя бы одного поэта из Европы. Я сейчас прочту художественный перевод стихотворения немецкоговорящего поэта. Оно так и называется «Весна». Генрих Зайдель, автор «Жил и творил» в XIX веке. Что так шумит, журчит, звенит и шелестит, светло искрится и на солнышке блестит? Когда спросил об этом я лесной ручей, промолвил он: весна со связкой ключей, что распускается и дарит аромат, что зеленеет, с чем шептаться ветер рад. Об этом спрашивал я в роще у берез. Прошелестели те весна с букетом роз. Звонит, что в колокол, что флейтою звучит, взахлёб ликует, громко с птицами кричит. Когда спросил, услышал трели соловья. Весна, весна, о ней так много знаю я. Браво! Посвящение рижанину. Портрет рижанина. Рижанин носит шляпу и берет. Он меломан и породнён с балетом. Выносит 9 месяцев зимы и полтора ждет встречу с теплым летом. Бальзам он любит, кофе, тминный хлеб, горох со шпеком и десерт из хлеба. К нему благоволит крылатый Феб, и 9 муз дары приносят с неба. С ним бег трусцой и в парке променад, в кафе любом попробуй протолкнуться. Портрету своему приятель рад. Осталось живописцу улыбнуться. И не могу не сказать теплые слова в адрес России, которая дала миру лучших поэтов, лучших прозаиков, ну и лучших композиторов и певцов. Вешним днем и порою осенней Русь великая дарит свой свет. Ее славили Блок и Есенин, воспевает и ныне поэт. Звон колосьев и шелест березы, мощи стать корабельной сосны, вновь врываются буйные грозы в без того неспокойные сны. Пусть кукушка считает нам годы, в край родной позовет пусть тельга. Радость делим с Россией, невзгоды, мать-отчизна всегда дорога. Молодец, браво!